цветах формы синего такого цвета. А стиль команды Мурас изменился. Ох, какой дальний удар сейчас, а! С другой стороны, насколько они сейчас не увидели, что меняться надо было, опасно сейчас. Здесь сразу видно, что команда с ярко выраженным столбом, конечно, должна играть. Да, и наш столб сегодня открывает счет в матче. Матчем 1-0. Арстанбек Турсунов забивает, который входит в сборные национальные своей страны. Это и, напоминаю, сегодня играет Мурас. И идти в атаку, забивать. Фирус неоднократно выходил на ударные позиции за выход в финал. Поэтому здесь каждый игрок старается действовать агрессивно, чтобы принести максимум пользы своей команде. Вот сейчас сход, удар, гол! Забивает таким стилем второй мяч. Я думаю, Мурасу надо было чуть пораньше смену делать, они уже... Не сыграть так, как это, возможно, принесло бы пользу команде. Дальний удар. Вот мяч. Иманалиев направо. Дильшат Кадыров. С левой ноги бьет. Неожиданно. Что они придумают в этот раз? Удар. И мяч чуть не срикошетил в ворота. А? Очень интересно они потом исполняются. Вот сейчас нарушение, да. И попал в ногу. Что попал в ногу. Не успевал он уже бить по мячу. Попал ему в ногу. И где-то очень... Ну и кто возьмет в этом противостоянии? И вверх. Удар. Отбивает вратарь. Да, но в предыдущем... Ой, какой сейчас был удар. Сегодня не везет, а. Что BMG сегодня не забивал. А вот скидка грудью. И здесь надо было решать. Как раз таки в перерыве. Амирчан, вот, хороший был. Вышел с ложем для вратаря. А вот здесь просто потрудиться, если нали его. Кадыровым или с другим. С Дильшатом удар, гол! Сразу что нужно было забить быстрый гол Мурасу. И они это делают. Молодцы, 1-2. Удар сходу. В него, но Бекболот сразу же отдает вперед. Хамидов направо, и надо забивать. Гол! Джол Дубаев и Хамидов не упускают. Комбинация. Вратарь Хамидов и затем Джол Дубаев. И нате, пожалуйста, получите, распишитесь. Три. Ну вот, Бекболот на месте. Можно продолжать. А вот добавить надо. Да, и есть добавочный удар. Все еще впереди. Интересный матч. С обилием голов. Пока у команды Steelix, аут справа. Ох, как пробил неожиданно у Мурсултана. Попадная команда. Да, вот смотрите, и гол забивает Steelix, да. Арстанбек. Гол в ворота Мураса. 4-2. Steelix впереди. Они этим стандартом уже многие команды. Надо, чтобы быстрее мяч ходил. Вот хорошая возможность была у Канетова. Болельщикам, которые переживают в эти минуты за нее, также сложно. Также они понимают, как, насколько все это... Ой, какой хороший гол в этот раз! Да, здесь сейчас очень четко разыграли эту комбинацию. Все в касание, когда в касание... Не Мураса, но в этот раз она не получилась. Сейчас команда Steelix неправильно... Ой! Какой гол! Курьезный гол это, я считаю. Это тоже недопонимание, я думаю, вратаря и игрока. Поздно, мне кажется, Ахтельдек и Синалиев в этом эпизоде. Команда Steelix сейчас опять неправильно начали обороняться. Да, игра. Вам нужно участвовать в лотереях. Наверняка выиграете очень много денег. Действительно, уже счет 5-3. Правильно двигается и последний, который стоит сзади. Еще забили. Вот это гол. Еще один мяч забивает. Ура! Давно. Да, да. Но для того, чтобы тайм-аут взять, нужно было владение мячом сделать, да? 5-5 наша матч. Что там было такого? Нарушение? Нарушение, да.
Нарушение правил. Ты тайм-аут. Не доходит. А там кто? Дильшат Кадыров один. Спасать надо. Бег в болотах Маталиева. Канетов будет бить. Ждал Ахматалиев. И сам же бьет по воротам. Гол! И Вова. Да, это риск. Всегда риск, конечно же. При перехвате сразу надо атаковать игрока, владеющего мячом. И раз мячом. Обыгрывает, да. Турсунов забирает мяч у Канетова. И забивает еще один мяч. В ворота Мураса. И это все, дорогие друзья. Это уже... Он окончательно не оставляет надежды Мурасу. 7-5. Надо отдать должное, конечно, Мурасу. Хорошо сражалась сегодня команда. Бег. Удар. Гол. Еще один гол. Турсунов забивает. Но это уже 8-5. Матч сегодня заканчивается таким крупным счетом. 8-5. Все-таки надо отдать должное обеим командам. Обе команды и отдельных футболистов, и командной игры. И даже вратарь пошел вперед на последней секунде.